Внимание всем! Внимание всем! В эфире работает молоточек. В эфире работает молоточек. Кто слышит молоточка, прошу ответить. Молоточек на приеме. О, молоточек, что теперь подрастешь и кувалдой станешь? А как же? Мы к этому идем и стремимся. С южного микрорайона, то есть антенна на удочке, свисает 2,5 метра провода, а остальное идет 4 метра по самому удилищу. Понятно, понятно. Ну, на Бородинском слышу. Ну, не громко слышу. По сигналу не громко. Вот. Где-то до 4 баллов. До 4 баллов где-то. Помехи пока нету. А так модуляции, все это, ну, все на слабоватое. Естественно, понятно, и голая станция, прием. Да, голая станция, Жосен Командер, 5 ватт на выходе, без усилителя. И еще вдобавок теневая сторона дома от Бородинского, закрытая. А, понятно. Вот. Ну, поэтому так и будет в одну сторону получше, будет в другую получше. Все это. Понятно. А зовут вас как? Меня Леонид. Меня зовут Григорий. Ну, Бородинский, наверное, немножко более благоприятный это самое состояние находится. Там же Днепр недалеко, и оно по воде лучше распространение волн идет. Да, может быть, черт его знает, как говорится. Где-то, может, кого-то затемнение какое-то есть, и, ну, всякое по-разному. Ну, да, тут, как говорится, вода вроде недалеко. Понятно, Григорий. В общем, как говорится, работать можно, по городу будет слышно везде. Ну, как говорится, будем к этому, как говорится, и стремиться. Ну, я недавно начинающий, хотя уже 5 лет на пенсии. Вот. А что дальше будет, посмотрим. Да, ну, понятно. Ну, что, мы все оттуда начинали, как говорится. Здесь все такие, что по молодости начинали. Все, как говорится. Прыжных нету, все, как говорится, оттуда. Начинали все. Понятно. Ну ничего, как говорится. Оно совершенствуется, усилитель приобретете, туда-сюда это, и будет нормально, как говорится. В основном все пенсионеры сидят здесь. Леонид, а у вас, наверное, усилитель, да? Сколько вы на выходе? А сейчас гляну, сколько здесь? 25 ватт, как говорится, тут коротколовый трансивер, говоришь, на приеме. А, понятно, Леонид. Оно слышно, что в этих усилителях, наверное, еще есть и реверберация какая-то. Голос, тембр окрашивается в приятный тон. Спасибо. Есть балалайка немного стоит, как говорится. Тембрацию здесь делает. Ну, плюс еще и компрессор работает. Ну, в общем, так, такая будина. А это по тембру есть. Вот могу добавить еще, как говорится, по окраске. Вот на всю накрутил. Ну, здесь, как говорится, эхо большое, повтор здесь. Ну, уберем здесь, на место поставим. Вот, на место поставим, а то на боковую переходишь там. Это фоне не резервируешь прием. Ну да, я вот это уже второй раз слышу с таким тембром. Один там работает с Иванова, я не знаю, как его зовут, а позывной он не называл. Тоже так интересный сигнал, мощный и это самое привлекательный по тембрации. Понятно. Ну, что как говорится, делается. Кому что нравится, кому-то не нравится. Кто-то умеренно делает, кто-то. Ну, в общем, по-разному все. Тут можно накрутить все, что угодно. Одному нравится то, другому то, ну, в общем, как говорится, не ограничено. Леонид, а вы до пенсии где работали?
на этом самом связано что-нибудь с радио или просто это как хобби? Совершенно правильно, Леонид. Я тоже такого мнения, что в последнее время даже разговоров нету. Тогда всем интересно было лампу 653S за 90 копеек, еще она в сельмаге стоила, покупали, схемами делились. А сейчас все, ну действительно, в мобилке поутыкаются и глаза портят, и в компьютерах. Я со своим Тексуном, с приемником, хожу, любите ловить на канал на грибной. Там почище проходит.